Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буде історія про автомобіль. Коротше, ми оглядали машину, і на першому етапі огляду до нього не було ніяких запитань. Ну, мається на увазі там дуже сильних запитань. Але з професійної точки зору він потім розкрився як квіточка. І це відео про те, де саме потрібен фахівець з вибору автомобілів. Пацаны, как раньше была Е-тачки, да? Слышали про такое? Про Е-тачки не слышал. Да, по всей Украине было. Вот можно где-то тут с краешку, чтобы машин не было куда-нибудь. Сейчас я запаркуюсь так, чтобы было всем удобно. Расскажите. Я собственник. О, вы с Харькова, да? Пригонял, да. Я с Харькова сам, но пригонял с Германии. По машине, может, что-то делали какие-то? Что я делал по машине? Ну, это тоже техническое обслуживание. Только трошки, да? Рычаги задней балки менял. Два передних рычага в сборе менял, там они шаровыми идут с цельными блоками. Пружины задние менял. Ну, короче, все, что, ну, масла, фильтра, понятно. Угу. На 197 тысячах я поменял, когда пригнал его тогда, поменял масла в коробке, масла в двигателе. Ну, в двигателе надо менять через 3000-4000 где-то. Угу. Сейчас 223, 227 надо менять. Колеса летние есть, но там 5-6 миллиметров осталось. 5-6 летние? Ну, ты еще... я могу, если... Угу. Вопрос станет. На дисках или резина? Не, резина тут. Резина. Понял. Какие-то есть претензии к автомобилю, может, нюансы сразу? У меня претензий никаких нет. Порядок должен быть. Ну, там мы проверим. Друзі, як ви зрозуміли, мова зараз піде про Mercedes V-клас. Машина мрії, можна сказати. Такий форм-фактор дуже багато людей хочуть мати у себе в гаражі мрії, називаємо так. Ну, до речі, я поспорив би, чи Mercedes, чи Multivan, але це вже інша історія. Так от, ми зараз маємо Mercedes 2014 року, ми маємо 3-літровий дізель, 223 тисячі пробігу, вартість у нього всього 20,5 тисяч доларів, без торгу машина не бита, не підфарбована, але не бита, майже ідеальний автомобіль. Чому так дешево? Тому що чоловіку терміново потрібні кошти. Він спеціально приїхав з іншого міста в Київ для того, щоб машину показати, швидесенько оформити. І поїхати далі, витрачати кошти на щось там, це вже його особиста справа. Дивимося. Такий у нас Mercedes сьогодні на осмотрі. В лонг исполнении. Выглядит чорний на красивих ефектних дисках. Також у нас сразу видно фаркоп. Фаркоп использовался. Фары у нас в довольно неплохом состоянии, немножечко отпесоченные, но в принципе стекло пластиковое выглядит достаточно хорошо. По бамперу большой зазор, в принципе бампер видно крашеный. Также на крыле можно сразу заметить такие повреждения, царапины, которые полировкой часть уберется, часть останется. Дальше по бамперу парктроники на своих местах, сразу говорил, бампер крашеный, вот у нас в принципе здесь видно подтек краски, интеркулеры, должна быть пластиковая защита, ее нету, немножечко снизу получается не закреплен. Дальше решетка у нас крашена неплохо, фара немножечко в худшем состоянии, чем правая. Здесь также у нас трещины на стекле, царапины и песочком побила ее чуть-чуть. Ну, также здесь видны растрескивания по капоту. 140 микрон, 120, 119, 160, 176, 190. Капот у нас крашеный, без шпаклевки. Нет, есть чуть-чуть шпаклевки. Здесь 500, 200, 650, 600, 466, 328, 800. Это крылышко у нас 135, 136. Крылышко
нас в заводском окрасе. Также есть незначительные царапины, хотя они убираются. Но есть уже необратимые последствия при эксплуатации. Это сбитая краска. Как раз у нас диски идут с таким вылетом, что они выпирают прям наружу. И за счет этого камешки летят и отбивают краску. Тут уже немножко начало снизу корродировать. Сбила до цинка. То есть по-хорошему это нужно перекрашивать в ближайшее время, потому что коррозия начинает лезть. И пока это все можно спасти. Диски у нас в хорошем состоянии, тормозные. Колодки 50% износа, еще тысяч на 20. На 30 должно хватити. Зараз мова піде про гальмівні диски. І глядачі частенько пишуть в коментарях, як ви візуально бачите ізнос цих гальмівних дисків. А деякі наші фахівці ще бачать це у відсотках. Так от, особисто я дивлюсь на контрольний пропил. Є на дисках дуже частенько, там є контрольна метка, і до неї видно, скільки залишилось. Тому я це роблю так. Хтось робить це по-інакшому. Кожен наш технічний фахівець дуже детально про це розповідає зараз в Інстаграмі. Тому біжіть в Інстаграм, підписуйтесь. Там дуже багато цікавого. І не тільки про гальмівні диски. Проб'єм диск у нас... Этот крашеный, скорее всего, было немножко бордюрной болезни, и его перекрашивали. Резина. Зима у нас. Протектор. Тут миллиметров 6. Ну, еще миллиметра 3 осталось до датчика износа. По дате у нас резины 2020 года. Также резина сделана защитой для дисков. Не царапали диск, а по резине. Вот она, в принципе, видно здесь бортик. Резина у нас... Continental. В принципе, хороший бренд. Зарекомендовал себя неплохо. Пыльник на стойке целый. Стойка еще оригинальная. Но тут уже такой пробег, да по нашим дорогам. Нужно готовиться менять стойки. Да, и дверка у нас это в окрасе. В принципе. Форточка. 4-й год. 14-й. Здесь 14-й. Ручка дверная, дверь открывается у нас хорошо, немножко трещит ограничитель двери. Проем у нас не тронутый в заводской краске. Проем, дверка середины в заводском окрасе. Задняя дверка у нас 150, 107, 124, 140, 133, 150, 160. Здесь у нас окрас. Также Т-распашной двери без шпаклевки. На этой дверке у нас снизу также сбита краска. Начинается уже коррозия. Это также нужно устранять. Пороги. Порожек у нас здесь не крашеный, но слазит уже лак. На сзади здесь, конечно, уже интересней. Эта кромка у нас также была окрашена. Как мы видим, это ее не спасло, потому что здесь камни летят. По-хорошему, эти места нужно защищать пленкой, чтобы не было вот такого. Это у нас все под перекрас, это сбитая краска до грунта. Потому что в дальнейшем это все грозит коррозией. Заднее правое крыло у нас имеет окрас 250 микрон, 200, 170, 240, 220. Пока ничего криминального, кроме вторичного окраса, я не нашел. Що має на увазі Руслан, коли він каже, що в цьому автомобілі немає нічого кримінального? Я зараз поясню. Цей автомобіль, він пригнаний з Німеччини. Ми розуміємо, що Німеччина – це автобани, це довгі великі пробеги, це постійні піскоструї на капот, на всі бокові двері, це облущення фарби. Також треба взяти до уваги, що цей корабель здоровий. І коли водій паркується, він може не помітити чогось і десь там щось зачепити, або веточку, або якусь трубу, або десь щось. Тому локальні оці косметичні підкраси – це дійсно нічого кримінального в порівнянні з тим, що він знайде далі. Ну, там, правда, буде не кримінал, ближче до тоталу. Дивимося. 230, 240, 300, 350, 318.
Самое большое утолщение тут до 300 микрон, вот эта вот часть. Тут как бы ее опять же нужно будет перекрашивать. Здесь есть такие большие вмятины. Бампер задний, сразу невооруженным глазом видно, что он также окрашенный. Тут и шагренька у нас отличается, она такая более грубая, больше апельсиновая корка, вот если сравнить с крылом. Также есть множество пыли, вот я пальцем показываю, в краске. Сзади резина у нас отличается от передней. Впереди у нас Continental был, это у нас 25 неделя, 22 год, Snowlink, китайская резина. Есть небольшие царапинки вот такие, в целом диск выглядит неплохо. Тормозной диск также у нас в отличном состоянии, видно недавно менянный, еще не успел поржаветь. Колодки TRV, неплохой заменитель оригиналу. Колодка практически новая сзади, резина сзади тоже состояние новой, ну, в принципе, и по дате видно, и глубокий протектор, тут миллиметров 9. Виден окрас по вот этой пластиковой накладке. Она пластиковая, толщиномером мы ее не пробьем, но я думаю, что пыль под ней мы видим. 500, здесь было повреждение, 300, 400, 600, 500. Также качество окраса на этой детали так чуть ниже среднего. На камеру я вам, наверное, не покажу. Тут сразу видно также невооруженным глазом по шагрене, что это все у нас красилось. Здесь накладки чуть-чуть повреждены. Бампер также у нас имеет небольшие повреждения. Катафот и фонарь стоит на своем месте. Петли немножечко начинают сдуваться у нас. Краска, ну это в принципе нормально. Петля также у нас видно окрашена. Вот здесь шагренит. Это вот то, что я вам говорю насчет окраса. Вот здесь видно, как она выглядит такая шершавая, как наждачка. По бамперу у нас есть такие легкие царапины незначительные. Это все убирается полировкой. Крышка 167, 150, 150, 170. Крышка у нас это также красилась. 180, 170. Шильдики, скорее всего, были куплены новые, потому что там двухсторонний скотч, на который крепится. Он выглядит хорошо. Это не кто-то там вырезал. Верхняя часть крышки 160, 160. Также есть у нас жучок. Ты пальцем показываю. Видно сдутие краски. Фаркоп у нас использовался. Видно поржавевший. Это говорит о том, что на него надевали прицеп. И стер краску и начал ржаветь. Дальше. Дверь у нас открывается хорошо. Дверка у нас внутри не крашеная. Фонарь закреплен. Все крепления на месте. Герметик у нас заводской. Проем здесь у нас целый. Петли у нас достаточно сильно смещены. Регулировки практически в крайнее положение. Тут также видно качество окраса бампера. Вот такой в апельсиновой корке весь. Это дверка у нас 130-140, 135-110. Эта дверь у нас осталась некрашенная. У нас здесь разбитый фонарик. Уголочка нету. Возможно, даже туда будет попадать вода. Друзі, чому треба звертати увагу на такі дрібнички, як маленький скол на ліхтарю або маленька тріщина? Ну, справа в тому, що герметичність цього фонаря – це запорука його довгого життя. А тут треба врахувати, що ліхтар здоровенний і дорогущий. А коли через цю тріщинку попадає туди волога, то це вже, можна сказати, початок кінця. Нічого страшного в цьому нема. Але коли ви бачите оцю маленьку тріщинку, це привид для торгу. Сказати, друже, ти знаєш, скільки вартує цей ліхтар? 2, 3, 4 мойки, туди вже попаде Бог зна що, там буде жити своя фауна, там будуть риби розмножатися. Ну, це, звісно, напевно, я трохи збільшую, але привід для торгу – це дуже суттєвий. Здесь на петлі у нас також опять корозія небольшая. Дальше перейдем к этому крылу. Это крыло я также сразу уже вижу без толщиномера. Оно было окрашено. Здесь видно по шагрени. Да, 300, 400, 500. Здесь у нас подшпаклевывалось это все. 700 микрон. Здесь вообще уголочек у нас не пробивается.
принципе, видно, что он деланный, чуть-чуть недовытянутый. Вот если с бампером смотреть, он как утопленный туда уголок. Хотя здесь уже шпаклевки навалили миллиметра 3 понизу. 1500, 700, 900, 1700, 600, 700. Как раз вот так же у нас есть претензии. Есть у нас пыль под краской. Бампер немножечко не стоит на своем месте. Здесь уже 1800, 1200. Ну, в принципе, тут это крылышко все сделанное. Но у нас 500, 800, 1500 микрон тут не пробивается. 1500, 1100. Бампер у нас не стоит на своем месте. По арке 500, 700 не пробивается. Также здесь пластик у нас не стоит на своем месте. Здесь уже появляется коррозия. Так вот я покажу. И также видны следы некачественного окраса. Вообще у нас красный цвет под краской виднеется. Возможно, даже кусочек вырезался, либо это грунтовка какая-то. Сейчас мы это проверим. В принципе, тут и изнутри арка видно уже в коррозии. Замазано каким-то герметиком или мовилью. По толщине 1600, 600, 630. Это все сделано у нас из шпаклевки. Машина, наверное, потяжелела килограмм на 10, если взять шпаклевку по всему кузову. Да. Там еще по переду вопросы, надо открывать капот. Но тут, в принципе, все вот это крыло. О, угадал, 1000. Беремся к верхней части. 300, 600, 900, 1000. Это все у нас также крашено. Опять же, видно следы некачественного окраса. Вот оно такое тут недополированное. Такая здесь шагрень. Да, вся вот эта бочина получается там. Вообще у нас страх и ужас. Здесь все хотя бы более-менее. Вот 500 микрон, это полмиллиметра у нас шпаклевки. Также везде пыль, пыль, пыль. Тут 1000. Дверь вот эта у нас также недополированная. Сразу видно крашеная. Вот она, видите, такая как мутная. Заметно, вот особенно поиграться под углами. Видно, как местами полированная, а местами нет. Также у нас видны следы от зачухивания. Вот это вот можешь подснять, такие, видишь? Ага, посними. Я это покажу. Вот, в принципе, видно, так как перетиралась краска. Плохо была подготовлена, сверху покрасилась, это все і проявилось. Зараз буде відповідь на запитання. Дуже часто у нас питають по телефону, а що мені робити, коли я в іншому місті? Друзі, як ви вже помітили, наші технічні фахівці дуже детально роблять звіти, от навіть якщо порівняти з нашими операторами, що приходять ось такими камерами, зі здоровими об'єктивами, вони не можуть впіймати те, що бачать наші технічні фахівці. І зазвичай оці, що ви бачите на Ютубі, це лише відсотків 20 від повного звіту. Це до чого все кажу. Відповідь на запитання, як це відбувається. Ви по результату отримаєте здоровенний відеозвіт, начебто ви були поруч з нами. 140, це у нас пластикове. 173, дверка у нас, це ж з окрасом, звісно. 180, стеклышко 4-й год. 224, 180, также везде видна пыль, кратеры. Украсилась где-то в гаражах, не в камере, поэтому набежало очень много пыли. Что касательно проема, в проеме у нас тоже здесь пыль сразу видно. Проем 137, 150, 160, проем у нас с окрасом, 213, здесь даже 1000. Здесь уже видно, у нас шпаклевка начала трескаться. Такая полоса идет право налево. 600, 200, опять же куча пыли. Раз, два, три. Здесь вообще снизу никто не заморачивался. Тут прямо оно на палец шершавое. И вот, я думаю, видно, вот как шагрень. Оно даже не блестит, не отблескивает. Справа в том, что у деяких автомобилей действительно под лаком на стойках внутрі, за дверями, маю на увазі, іноді буває пил, якесь маленьке сміття. Це іноді буває. Але треба зауважити про те, що шагрень скрізь повинна бути однаковою. Бо внизу, яка вона така, як апельсинова корка, а зверху майже глянцева, це трошечки западло. От сюди треба придивитися більш ретельно. Матове, матове. Пулючку, лючок, це все у нас здесь скручене. Лючок.
У нас имеет здесь трещину. Вот он, в принципе, здесь отваливается. Лючок этот тоже, кстати, крашеный. 300, порог у нас крашеный. Также уже это все начинает отваливаться, корродировать. Тут 600. Все это сделано из шпаклевки. 1267. 1000. В принципе, тут вся левая сторона просто сделана из шпаклевки. Здесь вообще не пробивает. Шпаклевка перетертая. Здесь проем 300, 300, 260, 600, 1100, 700. Здесь уже видно, это все начинает у нас отваливаться. Краска сбивается, петля была у нас серебристого цвета. Друзі, хочу заострити вашу увагу на одному тонкому моменті, але він дуже-дуже значимий. Оця петля – це єдине ціле зі стойкою. Тобто це єдина запчастина. Із заводу вона повинна бути в чорній фарбі. Коли фарба полущилась, ми бачимо, що вона срібляста. Тобто ми вже розуміємо, що ми маємо справу з Франкенштейном. І одна справа, що там дуже багато шпаклі по кузову. Ну там десяток кілограмів як за здрасті улетів, я ж думаю, що більше. Але доцільність огляду цього автомобіля далі вже не має смислу. Але все одно дивимося далі. Крилишко у нас переднє 12-го року дата. Крило мінялось. Всі болти здесь у нас кручені. Також у нас здесь немножко покрасили пластик в чорний цвіт. 130, 145, 130, 160, 150. Это все у нас крашено. Возможно, дверь даже менялась. Без разбора так не понять. Следов, где облезла краска на двери. Цвета автомобиля я не вижу. У меня большие сомнения, что дверь здесь осталась ее родная. Глянем крышу. Сейчас сюда на порожек стану. Так. Крыша у нас без видимых каких-то следов. Вмятин. Есть у нас поперечный тюль. Касательно краски, крыша 100. Я прошу прощения, мне тут не очень удобно стоять, держаться и снимать. Здорово. Привет. Я вылез. 117, крыша у нас в заводе в передней части. Стойка опять же, вот я вам сейчас продемонстрирую качество окраса. Все у нас видно, вот она такая вот, если на фонарик смотреть, светит. Здесь у нас все потрескалось, опять же окрас вообще просто матовая. Также здесь уже видна коррозия. Перейдем к подкапотному пространству. Антифриз, кстати, видно, что бежит из бачка. Есть остался такой след. Антифриз у нас чистенький и в уровне. Здесь у нас непонятная какая-то субстанция. Откуда она здесь взялась? Что-то такое маслянистое. С капота. Тормозуха у нас в уровне. Здесь у нас достаточно сильная коррозия присутствует. Масляный стакан сухой. С бачка Гура у нас давит масло. Патрубок турбины очень сильно запотевшие. Скажи, не сказал запотевший, уже бежит с него. Весь он вниз уходит туда. Вот он, в принципе, патрубок. Сейчас посередине экрана, вот куда свет падает. Это все в масле. Лонжерон спереди. У нас следов рихтовки не видно. Фара у нас оригинальная. Болты все на месте, все присутствует. Проблематично куда-то залезть, особенно с телефоном, для того, чтобы показать. Так, ну диффузор у нас 14-го года. 02.08.14 диффузор вентилятора. Он совпадает с датой выпуска автомобиля. В принципе, уже можно говорить о том, что в переднюю часть ДТП у нас не было. Также уже присутствует на лонжеронах коррозия на стыке вот с телевизором, с усилителем. И также видно, что герметики все заводские. Здесь у нас никаких ремонтов по кузову не было. Опять же, там патрубок снизу интеркулера, он видно, весь запотевший. Герметики на стаканах заводские. Следов каких-либо ремонтов не видно. Вибрации минимум от него. Есть немножечко дымность, но для дизеля таких годов, в принципе, нормально. Небольшое отложение на крышке. Это из-за того, что длинная вот эта труба. Масло тут не прогревается и конденсируется влага. Крышка эта у нас пропускает воздух. Прям рукой слышно. Здесь гуляет воздух. С воздушного фильтра, да, извиняюсь, не с крышкой, воздушный фильтр, вот этот через эту щель
здесь гонит у нас воздух. Также отломано у нас фиксатор этой кочерги. Салон у нас, сидушечки. Есть такие небольшие зацепки. Здесь пластиковая ручка стертая, регулировки у нас работают. Подлокотник целый. Сразу же хочется проверить ремни безопасности. Ремень у нас рабочий. Ремень 14 года заводской. Здесь у нас вот эта штучка работает плохо. Она должна вот так откидываться при нажатии. Тут ей надо помогать. Торпеда родная, безопасность не стреляла. Бардачки у нас есть, сервисная книжка. Пороги все более-менее в нормальном состоянии. Нештатный сабвуфер. Стоит нештатная мультимедиа, заводская, в принципе. Сразу все с собой. Также это все разбиралось немножечко не на своем месте, но тут, в принципе, видно, проводили. Это вот как раз регулировка громкости сабвуфера. Вот это не поставили все на место, когда в провода прятали. Здесь войлок уже у нас так вот все облазит под ковриками. Здесь есть вода. Вот это все сырое. Скорее всего, после мойки. Дверка у нас это работает хорошо. Фиксируется все прекрасно. 370, 400. Да, здесь проем у нас также ремонтировался в этом месте. Но качество ремонта здесь намного лучше. Хотя, опять же, какая-то вот это не грязь, это какая-то мовиль. Тут что-то обрабатывал. 166, 215, 215. Это делали разные мастера. То, что я могу сказать. Потому что здесь уровень краса намного лучше. Хотя и шпаклевка тоже присутствует. 300 микрон, 400. 700. Як ви зрозуміли, у цього автомобіля був не один ДТП. І силова конструкція цього автомобіля вже порушена. Я нагадую, що це сімейний автомобіль. І власник цього автомобіля повинен був впевнений в безпеці своїх пасажирів. А тут безпекою вже навіть і не пахне. Гаразд, дивимося далі. Дверка ізнутрі 90, 83. З цієї сторони пройом 60, 60, с этой стороны проем у нас не крашеный. Сиденье, ремешки у нас работает. На этом ремне у нас даты нету. Так, ремень оригинальный. 28, 14, 14 года ремень. Здесь у нас на ремне обломан вот этот фиксатор, такой пятачок, для того, чтобы вот эта штучка у нас не уезжала вниз. Вот так она падает. Мол, на этом ремне показать как пример. Вот он. Тоже подобно было брать. Ремень у нас здесь почему-то грязный. Скорее всего, даже какая-то малярная пыль. Просто не убирали. Ремень работает. Здесь сиденье. Ремни надо сзади проверить тоже. Ремешки работают. Также видно вот это вот белое место. Ремень работает. Здесь заглушечка это у нас отвалилась. Здесь у нас так разошлась эта резинка. Также она не стоит здесь на своем месте. Вот кусочка, получается, не хватает. Как пример, вот резинка, и она на заводе спаивается для того, чтобы не было стыка щели. Здесь она запаяна. Если мы берем здесь резинку, то мы видим, в принципе, она тут и обрезана, и как-то подогрета, и не хватает куска. Так, у нас там СТО. Через 5 минут. В принципе, можем проехать. Это рядом, вот нам вернуться, вот на вот эту территорию заехать. Поднимем автомобиль. Едем. Як ви зрозуміли, ми цей автомобіль вже завертаємо. Ми не можемо радити по стандартам нашої компанії. Але людина заплатила нам за разовий огляд, і нам треба розповісти всю історію автомобіля. Хто знає, можливо, він захоче його купити там за 14-15 тисяч доларів. Бо у автомобіля все одно є своя вартість. І тому їдемо на СТО для того, щоб подивитися і більш ретельно все розказати. Хоча більш ретельно, напевно, зараз розповість Руслан. В принципі, дуже багато нюансів по кузову є, да, в виді якихось небольших вмятин. Це раз. Во-вторых, звісно, блін, во-первых, окрашена практично вся машина. Крыша не тронута. Покрашена ужасно.
даже еще бог с ним, то, что она ужасно покрашена, да, тут смотря такая Авито, машинка там коммерческая, там можно по большому счету особо там не придираться к тому, что крашено, не крашено, у них понятные пробеги и вот это все, но, блин, то, что она не пробивается 1500, там 2000, это, конечно, очень плохо. Во-первых, то, что она в ДТП была вся помятая, вся кривая, плюс покрашена ужасно. В любое время это все просто может отвалиться. Тем более бус, у него вот крыло достаточно длинное, и оно очень часто играет на неровностях, даже там по трассе от ветра, ну, весь металл шевелится, он тонкий, и реально это может все отвалиться. Все равно уже полностью заключение по автомобилю сделаем, поднимем на подъемнике, там уже будет видно. В наши услуги это входит, поэтому почему не загнать, не посмотреть. Тут немножко уже он пострадавший, надорванный, но еще стоит на своем месте. Также у нас по рычагам коррозия, по лонжерону он тоже начинает проявляться. Редуктор сзади у нас целый, сайлентблоки стоят полиуретановые, тут уже менялось. Выхлопное крепление у нас отломанное. В принципе, оно отгнило уже, и здесь тоже недолго этому всему жить осталось. Этим всем надо заниматься. Также коррозия уже расслаивается, металл. Коррозия, ну, металл еще тут целый, нормальный, но необратимые процессы начались. Этик заводской, здесь крепление оторванное. Бампер снизу поцарапанный. Проводка на фаркоп уходит. Также здесь уже такая достаточно сильная коррозия. Так. Диск у нас этот вваренный достаточно сильно. Вот эта вот вся часть, вот ее видно. Диск у нас заваренный, причем вдоль. Достаточно сильный удар был по колесу. Есть небольшой люфт уже. Думаю, слышно по звуку. В кардане. Бак у нас запотевает солярой, где-то у него повреждение, трещина. Можете он подснять, это интересно. А вот удар был, видишь какой, видишь, здесь трещина, вот это все подлетало, герметик, вот она идет. Ох. Раз. Посвети. Да, и также здесь, смотри, есть повреждение. Вот раз, вот два. Все начинает отслаиваться. И также бак течет, да. И вот это все, видишь, здесь замовилено. Ну, то есть пряталось тут толстый слой. Варилось? Ну, да. Тут видно вот эта вся неровность. Mm-hmm. Просто взять, сравнить с другой стороной, видишь? А, тут прям хорошо. Да, тут все заводское, вот это все, никто ничего не делал. И опять же, если бы машину там, да, старались защитить от коррозии, обрабатывали бы всю. А так это просто спрятали следы ремонта. Здесь с рейки бежит у нас запотевшая. Нужно разбираться, это все замывать, смотреть. Тут из датчика, и там выше все в масле. Тут непонятно, откуда оно и куда. Ох. При том, что экология у него на месте. Не видно, чтобы вырезался там сажевый фильтр. То есть масло уже, оно видно, с турбины кидает. Все это летит в выпуск. Хотя человек говорит, вообще масло не доливает. Я декілька разів вже казав в різних відео, скажу ще раз, коли купується автомобіль понизу ринку, у нього повинна бути хоча б одна із двох складових. Мається на увазі, або повинен бути живий кузов, щоб у автомобіля далі повинно було бути життя, або у нього повинна бути класна технічка. Після підйомника ми бачимо, що технічки там нема. Мотор там пісяється з багатьох місць, турбіни нема.
рульова рейка нема, кардан у нього також треба ремонтувати, вихлопна система. Що стосовно кузова? Ми розуміємо, що там втручання було в передню ліву частину, мається на увазі стойку, пам'ятаємо. Задня права частина перед колесом, також було дуже жорстке втручання. І начебто це замовілили, типу, щоб воно не корадірувало. Блін, замовілили з одної сторони, зробіть ще ж для симетрії з іншої сторони. Можливо, хтось би і не помітив. Ну, ми то знаємо, як воно повинно бути. Але, можливо, хтось би цього не помітив. Тому цей автомобіль нам не цікавий. Ну, якби, скажу чесно, він вартував там 14-15 тисяч, да, цікавість до цього автомобіля є. Поубирати це, і Бог з ним, що він битий, хтось може з ним би і погодився, мається на увазі, з таким недоліком. Ну, особисто ми цей автомобіль не радили ще на стані огляду, але була надія, що там класна технічка. Нема ні технічки, ні кузова, нічого. Дуже сильно вона побувала в ДТП, причому з усіх сторон. Зроблено все плохо. По техніці є питання, там вихлопна вже розвалюється, прямо вже так слоями. Скоро не буде креплений половина по вихлопної отломана, диски красиві, ну, блін, там 15 см шварной шов. Где-то, не дай бог, на трасі попасть этим местом в ямку, може просто диск розлететься. Сталася комп'ютерна діагностика, ну, чесно, я мало вижу в ній смисла. Що я можу сказати наприкінці? Цей автомобіль нами був не рекомендований, як ви зрозуміли. Хлопчина, звісно, його не купив. Він був дуже вдячний за те, що ми йому відкрили очі на це все. І зараз я можу сказати, що на даний момент, коли ми записуємо відео, цей автомобіль вже проданий. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. І будьте дуже уважні, коли вам продають автомобіль із-під власника. Я – собственник, було сказано так. Я особисто приганяв цей автомобіль. Как будто бы бусик СБУшний на вид. Видели? Визатонирован, чорний такой.